Добрый день! В этом видео мы будем шить простые детские шорты. Шить я буду на рост 134. В данной выкройке припуски по низу и по верху уже учтены в этой самой выкройке. По бокам я ничего не прибавляла, так как шить я буду на худенькую девочку. Данная выкройка предусматривает цельнокроенный пояс. Я же буду выкраивать отдельный пояс из рябаны с лайкрой, поэтому этот верхний припуск я отогнула. Шить я буду из интерлока. Это очень комфортный, удобный материал, который хорошо тянется. Приступаем к пошиву. Для начала соединим боковой шов, сколем его иголочками и прошьем на оверлоке. Шить я буду иглами для трикотажа номер 75. Затем соединяем шаговый шов. Таким же образом соберем вторую половину шорт. Теперь одну штанину оставляем на изнанке, вторую выворачиваем на лицевую сторону и вкладываем одну в другую, совмещая шаговые швы. И равномерно соединяя эти штанины между собой, скалываем их иголочками, после чего также прошиваем на оверлоке. Теперь займемся приготовлением пояса. Пояс я выкраиваю из рябаны с лайкрой. Для этого я измерю верх у шортиков, это значение умножу на коэффициент 0,75. Такая будет длина нашего пояса, а ширина 9 см. Также я подготовила резинку. Резинка у меня шириной 3 см, а длина резинки равна обхват талии девочки минус 3-4 сантиметра. Резинку я соединила в кольцо. Теперь в кольцо же соединяем пояс из рябаны на оверлоке. Теперь наш пояс сложим пополам, швами вовнутрь. Разделим наш пояс на две равные части. Сделаем меточку иголочкой.
после чего внутрь пояса вставляем резинку и прикалываем наш пояс к шортикам, совмещая шов на поясе с задним швом на шортах, а метку, которая делит пояс пополам, мы соединим с передним швом на шортах. И равномерно растягивая, будем пришивать пояс к шортикам. Теперь обработаем низ шорт. Для этого подогнем низ на 1,5 сантиметра вовнутрь, сколем иголочками и прошьем на распашивальной машинке. Шов прокладываем с лицевой стороны. И посмотрите, как легко и быстро мы с вами сшили такие замечательные трикотажные шортики. А к ним в комплект у меня еще была заранее сшита маечка вот из такого замечательного цветастого интерлока. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.